Аж телефон звонит. Батя! Батя! Телефон звонит, батя! Телефон звонит! Блин, ну где же батя? Ну, телефон же сейчас перестанет звонить. Ладно, придется мне отвечать. Да, слушаю вас. Чего-чего? Шерлока выгнали из школы, исключили? Ну хорошо, я передам папе. Да, до свидания. Вот это дела, вот это дела. Эх, Шерлоку достанется от бати, если он узнает. Всем привет, я наконец-то дома. О, привет, плешивый, ты тоже дома, да? Слышу, Рыжа, а что ты так рано домой пришел? Все нормально, а? Да у меня, да, все офигенно. Сегодня раньше отпустили, сказали, Шерлок, за отличную учебу у тебя освобождает от школы. Завтра выходной, послезавтра выходной. Еще, может, недельки из 20 выходных будет. Че, правда? Врет же, а? Это я же врет знаю. Его же исключили из школы. Ладно, ладно, посмотрим, как он будет дальше врать. Так. Подожди. А че ты дома уже, я не понял? Ты ж в школе должен быть. Да, меня отпустили со школы. Сказали, можно отдыхать, сколько хочу. Ты даже батя не стесняется. Мы-то все знаем, какое у него освобождение от школы, ага. Отпустили его. Брехун он, брехун. И вообще, бать, мне это освобождение дали до конца учебного года. Да? Интересно, за какие такие заслуги? Ну-ка расскажи мне, а? Может, у меня с работой так прокатит, а? Все отлично получается. Теперь Шерлок будет делать все, что я захочу. Чтобы ебать не рассказал, что его выгнали из школы. Это вот двоечника Шерлока. Да что, бать, что, бать? Олимпиады я хорошо написал. Экзамены все сдал досрочно. И сказали, Шерлок, ну ты уже свободен до этого конца года. Да? Ну что я тебе могу сказать? Молодец. Все сделал, значит, свободен. Все, гуляй. Пойдешь гулять на улицу? Можно? Ну я ж молодец. Да, нет, в батутный центр нельзя. Я на работу уезжаю. Нет времени, Шерлок. Эх, как всегда, отличника и дома держит. Эй, плешивый, что там делаешь? Слышь, свали с места, я хочу полежать там повыше, а? Ты что, рыжий это, страх потерял, слышь? Я, между прочим, знаю, как тебе освобождение дали. Мне звонили со школы, когда папы не было. И тебе сказали, что ты исключен. Я все знаю! И с сегодняшнего дня, если будешь на меня наезжать, я об этом все сразу расскажу, понял? И вообще, быстренько тащи мне свои лучшие игрушки, которые ты мне никогда не даешь. Я буду ими играться, понял? Плешивый все знает. А вот это беда. Это я не подумал, что со школы-то звонить могут. Теперь мне что? Все дело для него. Ладно, плешивый, так и быть. Дам тебе своими игрушками поиграться. Только это с возвратом. Вечером, понял? Не вечером, а когда захочу, тогда и верну, понял? Давай гони быстрее. Это мой любимый мячик. Так, его дам. Блин, как от сердца отрываю. Я тебе, между прочим, мяч принес. Можете играть. Понял? Плешивый. А у тебя, я видела, вкусняшки остались от корма. Слышишь? Мне, пожалуйста, еще пачечку вкусняшек своих. Открой, а? Тебе что, игрушек мало? Это вкусняшки на черный день были! А я тогда бате все расскажу. И тогда ни вкусняшек тебе, ничего тебе не будет. Поэтому давай, гони свои вкусняшки мне быстренько. Мячка ему мало, гони вкусняшки. Блин, ну выхода нет, пошел эти вкусняшки ему давать. Два моих лакомства. Одно собачье лакомство, курица, другое говядинка. Какой же мини вкусный ему дать, а? Дают, да, наверное, курицу. Пускай курицу жрет, так и быть. Все равно уж не отстанет. Ладно, курицу-то курицу буду открывать. Эх, хотел сам съесть. Или мою говядинку ему дать. Что ж, менее вкусно, я даже не знаю. Ладно, хлопья куриные, так и быть. Хватит ему. Все, хватит. Больше не дам. Остальное все сам съем. Слышь, рыжий, я все вижу. Больше сыпь. А то там больше полпачки осталось. И вообще, закрой и положи рядышком со мной. Я потом вечером доем. Вот гад. Все видит, все знает. Ладно, еще подсыплю ему. Хватит. Ладно. Блин, выхода нет, придется и это доставить ему. Плешивый. А, другое дело. Вкусняшка-то как?
сейчас все съем. Это мне немножко оставь, а то я совсем голодный. В смысле тебе, ты что вообще уже? Эх, Шерлок, ты на это, нарываешься, мой друг, нарываешься. Это все мое, понял? Вздумал он, а? Я ему покажу мою вкусняшку есть. Так, а вообще, Шерлок, у меня этот лоток грязный. Пока я ем, давай-ка вычисти лоток. А то батя скоро придет и все узнает. Вот тогда тебе уже не поздоровится, понял? В смысле лоток твой мой? Твои сируны? Не, ну ты уже вообще оборзел. Мало того, что жрешь мои лакомства, так еще и я убирать домой должен. А не уберешь, батя позвоню. И батя все узнает, тогда тебе мало того, что мои сируны придется убирать, так еще и не есть ничего. Эх, ладно, в туалет, так в туалет, буду убирать. Лишь бы батя ничего не узнал. Фу, Ванька какая, что ты там делаешь, а? Плешивый! Отойдем пока. Ты свалил? Да точно, все доесть, пока он не видит. Ай, тебе как вкусненько. Так как же вкусненько. Ой-ой-ой, пошел видно куда-то. Да, здрасте. Да, я хозяин Шерлока. Вот, блин, батя пришел. Поблагодарить, наверное, меня хотите? Ну, как все, отлично так все закончил и сдал. Блин, со школы звонят. То есть, в смысле исключили? Вот кого исключили, а? Походу меня, походу со школы, походу надо смываться. За прогулы и неподготовку постоянную. Сейчас я разберусь, хорошо. А как вы звонили? Кто ответил? Ватсон? А, не, мне ничего не передавали. А, ясно, хорошо, спасибо. В сговоре, значит, да? Походу, быстренько смываться надо! Куда? Назад! Блин, батя засек! Сюда! Ладно, иду! Неужели вы ему все рассказали? Сюда! И можно я здесь посижу? Где второй покрывальщик твой, а? Я плешивый! Да вот там, под столом сидит! Так, а че это мы тут спим так хорошо, а? И ничего мне не рассказываем? А? Ничего не хочешь мне рассказать? Значит так, мои дорогие. Ты. Давай. Сначала ты. За то, что мне не рассказал ничего. Наказан. Ты так тебе и надо, пришивай. Наказание придумаю позже, а ты молчи вообще. А ты? А чё я? А ты? А ты с сегодняшнего дня выгнанный пес. Из дома я тебя выгоняю. Потому что тебя выгнали со школы. А теперь я тебя выгоняю на улицу. Пошел. Все. С сегодняшнего дня живешь на улице. И это еще продолжение наказания будет. Ребята, а вы были на канале Брошоу Пэт? Напишите мне, как мне Шерлока наказать за то, что его со школы выгнали. Ну, обязательно лайк поставьте. У меня нервов нету на этого пса. Все, ребята, всем пока-пока. Лайк и коммент. А я буду думать еще. И коту наказание будет за то, что он его покрывал.